Я, чуваки, с вами я, XD. Да ты что? Смотри! Да, короче, сегодня вот просто сделаю трек за 5 минут. Просто. Ни на кого, ни на Моргенштерна, ни на Lil Nas X. Просто вот трек за 5 минут сделаю. Ставим 120 BPM. Просто ставим, блять, я так захотел, короче, просто 120 BPM. Ой, 125. Так, берем, например, пианино. Где оно? Так вот здесь вот. Пианино берем. Так, 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 так. И выстраиваем дорожечку. Так, теперь послушаем, что получилось. Блин, надо поднять вверх, наверное. Так. Вроде нормально получается. Так, ставим хлопок. Так, где хлопочек? Хлопок. Пятый, например. Просто вот как обычно ставим. Так, удлиняем. Слушаем, что получилось. Так, да-да-да-да-да, берем кик, пятый можно взять, так, вот так вот, так вот, и вот так вот, наверное, вот так вот. Так, послушаем, что получилось. Так, вроде нормально. Так. Берем хай-хеты. Четвертый мне нравится. Просто выставляем, как обычно, как в те разы, как я делал. Кто не смотрел, ссылка в описании. И закрепи в комментарии. Так, продлеваем. Та-та-та-та-та. А, как... Хотел сказать, как говорил Ромик... ну, Romantic Production, типа шутить. Ну, бля, не, извините, никак не получится, я шутить просто не умею. Да. Так, вот где-нибудь вот так вот делаем. Вот здесь вот сделаем вот так вот. Блин. Так вот, так вот. Блин. Так. Так, и так, теперь прослушаем, что получилось. Вот здесь вот немного опустим. Блин, извините. Так. Вот. Так, ну вроде и нормально. Так, послушаем. Так. Хотя это... Ну, я не знаю, как вам, но мне что-то немножко прям это относительно напоминает просто не бит Моргенштерна, а просто стиль его, типа, вроде напоминает немножко. Если его напоминает, пишите в комменты. Если нет... Говорите, нет, нихера не получается. Ой, не получается. Ну, может, это тоже. Нихера не похоже, короче, на Моргена. Так. Ставим open head. Берем третий. Ну, обычно. Делаем вот так вот. Вот. Вот так 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 вот. Так. И убавляем. Слушаем, что получилось. Ну, короче, дальше нет смысла слушать. Так. Ставим перкуссию. Мне нравится вот это. Так. Просто вот так вот делаем. И вот так вот.
Так, послушаем. Умеете, могете просто. Ой, вроде нормально. Хотя, не, реально, блин, что-то бит Моргенштерна напоминает. Типа в стиле его. Так, окей. Так, дальше делаем бас. Берем третий. Как у меня уже мелодия, так, скопирована, я просто вставлю ее. Так, продлеваем вот здесь вот. А, нет, стоп. Вот так вот. Вот здесь продлеваем. Так, и продлеваем вот здесь вот. И ставим Destruction. Т-т-т-т-т-т. Вот так вот. Аллах Акбар. Так, вроде нормально. Ставим крэш. Ой, блин, не ставим, а это просто его аудио ставим. Так, крэш, крэш, крэш. Где он? Вот он. Ну, второй можно. И убавляем. Возможно, чуваки, возможно, это будет мой тоже новый трек. Ну, именно трек к новой песне. Ну, короче, бит просто к новой песне. Так. И еще ставим, там у нас остались снейры. Ставим, наверное, четвертый как-то, блин, все равно. Так. И вот так вот. Последний. И выставляем. И убавляем. Ну, я думаю, вроде бы получилось круто, чуваки. Не знаю, как вам, но мне понравилось. Именно типа отдаленно прям не вот, не знаю, как вам, просто напоминает как стиль Моргенштерна. Не знаю, блин. Еще хотел сказать, чуваки, спасибо прям за такой бешеный актив, за последними тремя, наверное, роликами. Нет, четырьмя роликами. Это просто бомба. Спасибо, чуваки. Что я хотел еще сказать? Ну, вроде ничего не хотел сказать. Короче, просто спасибо за актив. И подписывайтесь на канал, чуваки. Я, блин, что, зря ролики, что ли, делаю? Да. Ну, ждем, короче, мой скоро новый трек. А, еще хотел вас предупредить. Скоро вот трек «Розовое небо» до четверга, ну, на следующей неделе, будет доступен на всех площадках. На ВК, Бум, Яндекс Музыка, там, Apple Music, кто у кого айфоны. Просто, чуваки, будет все доступно, и вы сможете послушать этот трек на всех площадках. И заранее спасибо. И, короче, блин, что-то я заикаюсь. Туплю очень много. Короче, всем пока, чуваки. Спасибо, это за бит. Ой, бля, за бит. Ой, спасибо за просмотр, чуваки, блин. Такая хорошая шутка. Я шутить не умею. Ну ладно. Короче, всем пока и спасибо всем за то, кто меня смотрел. За все, короче, спасибо.